Дай лапу. Лапу! Зачем ты убил всех этих людей? Я их убиваю, чтобы подхлестнуть тебя, чтобы у тебя было о чем писать. Билли, ты убиваешь женщин! Я убил всего одну женщину, не надо грязи. Ты выстрелил ей в живот. Но это же лучше, чем в голову, нет? Какая разница, это ужасно. Я ведь сказал, что сожалею, разве нет? Да, сказал. Я не общаюсь с людьми, которые убивают женщин, Билли. Все кончено. Все кончено? Ганс, мы уезжаем. Билли? Я в палатке, дебил! Что? Ты что натворил? Я поджег машину. И как, мать твою, нам теперь попасть домой? Мы посреди долбанной пустыни, Билли! Это наименьшая из наших проблем. Чего ты еще учудил? Даю подсказку. Он один. Пиджак подними. Ты ему в спину выстрелил? Ну, конечно же, в спину. Там же позвоночник. Он ведь безоружен. Хрена с два, он безоружен. Где твой клоп? Ты сказал без оружия, я и пришел без оружия. Ты приперся без оружия? На финальную разборку? Хорош наливать! А ты кто? Я друг Билли. Я нашел, паскуда! Твой друг просто долбанный псих. Все, я нашел, мать твою. Это же сигнальный пистолет. Мощная штуковина, между прочим. Кажется, я умираю. Ну и помалкивай тогда, падла! Гангстер хреном! Ну все, сволочи, спогадили. Билли, его надо везти в больницу. Ну нахрена тебе эти заморочки, чувак? Мы не можем оставить его здесь. Вот еще как можно. Как два пальца об асфальт. Зачем нам с ним возиться? Я никуда не поеду без собаки. Слушай сюда, ты, педрила лысый. Либо ты, либо гребаная собака. Придется выбрать себя. Ведь если я сдохну, собаки у меня не будет. А живой я всегда смогу вернуться сюда, забрать собаку и снести тебе твою чертову башку. Ну да, конечно. Своим сраным сигнальным пистолетом. Я вернусь за тобой. Он прихватил только сигнальный пистолет. Это же финальный разбор. Я просек. Хитрый сучара! Больше не лезь на рожон, папаша. Стой. Я не верю в них. Ты не веришь в пушки? Что за хрень ты несешь? Я пытался спасти тебе жизнь. Это просто царапина, тупой ты идиот.